Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну. Как вам наш праздник сегодняшний? Отлично, все супер. Прекрасная погода, прекрасное настроение, все замечательно. Ай-яй-яй, забыл, что было вчера, но помню, что будет завтра, новая игра. Хочу сказать, ребята, вы молодцы, я вас поздравляю. Вы делаете обалденное, классное дело, сегодня классные артисты выступают. Посмотрите, это великолепная, потрясающая красавица, талантливейшая Согдиана. Привет. Ой, здравствуйте, столько комплиментов. Спасибо огромное, конечно, очень приятно. Скажи, пожалуйста, как тебе наша публика? Классно, публика потрясающая. Можешь что-нибудь пожелать, вот прям от души? Ну, я вас поздравляю, дорогие «Страна FM». Вы настолько самобытны, настолько интересные. Вам годик, и мы вас с этим поздравляем. Я могу вам пожелать только процветания, расширения всяческих расползновений и всего самого-самого доброго и лучшего. Вы молодцы. На больших-больших мероприятиях самое главное – это порядок. Особенно, когда очень много людей, здесь порядок обеспечивают вот такие вот смелые, сильные мужчины, а самое главное – с вот такими вот дружными собаками. Скажите, пожалуйста, каких артистов этот пес уже успел облаять? Еще пока никого. Совсем никого? Всем, потому что я занимаюсь совсем другими делами. А может быть, Филиппа Киркорова? Не получилось еще. Еще не получилось, но цель есть. Будем стараться. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну.